По всему миру люди заворачивают начинку в пресное тесто и варят в кипящей воде. Это как с салом. Едят всюду. Но до совершенства этот продукт довели именно украинцы. Сегодня делаем вареники. Для этого нам нужны картошка, сметана, кефир, мука, сало, творог, грибы, лук, яйцо. Начнем с начинки. Украинская классика. Творог и картошка с грибами. Вообще, с 1551 года, когда Сьеса де Леон привез картофель в Европу, по моему убеждению, нет лучшего кулинарного его применения, чем картошка с грибами в варениках. Можете отнести мои слова в банк. Чистим картошку, варим картошку, делаем пюре. Грибы мы, скорее всего, будем брать сушеные, правда? Лучшие в мире. Белые, карпатские. Их мы замачиваем в горячей воде. Режем грибы, лук, сало и соединяем все это в сковородке для приготовления фантастической поджарочки. Зажарка на сале в украинской кухне – это вообще священный грааль. С ее помощью вы можете снимать венец безбрачия, спасать любое блюдо. Вот и у нас половина идет в начинку, а половину мы прибережем. А сейчас небольшой секрет. Его нет в классическом рецепте. Перемелите несколько сухих грибов в кофемолке в пыль и добавьте эту грибную пыль прямо в начинку. Вот теперь каждый микрон вашей начинки наполнен грибным вкусом. Кладете вареник в рот, закрываете глаза, и вокруг вас Карпаты. И гуцулы нежно шепчут в ухо: «Тойво, сейво». С первой начинкой закончили, переходим ко второй. Творог, сахар, яйца. Все. Тесто для вареников простое. Но вот сколько в Украине рецептов борща, столько рецептов теста для вареников. Мы выбрали на кефире, в идеале на сыворотке. Кефир, мука, соль. Замешиваем. Чтобы понять, хватит ли вам вымешивать тесто, надавите на него. Если оно достаточно упругое, оно сразу же поднимется наверх. Существует два способа лепки вареников. Первый – для тех, кто вообще не понимает, кто эти люди и где мои вещи. Второй – для тех, кому бабушка хотя бы рассказывала, как это в принципе должно быть. Мы попробуем оба. Вариант первый – для неофитов. Раскатываем тесто до толщины миллиметра, максимум полтора. И формой подходящего размера – чашка, стакан, что угодно – делаем кружочки. Ну а теперь бабушкин метод. Раскатываем тесто в колбаску, отрезаем порционные кусочки и разминаем тесто руками до нужной толщины. Вроде бы просто, но поверьте мне, это далеко не так. Вот оно всегда так. Простая начинка, простое тесто, но соединение получается совсем непростым. Не забивайте себе голову подсчетами, сколько теста и сколько начинки вы выбросите во время лепки вареников. Вы поняли, да? Я тоже лепил их в первый раз. Когда слепленные вашими же руками вареники перестают оскорблять ваше чувство прекрасного, кипятим воду и начинаем их варить. Вареники сначала опустятся на дно. Они должны всплыть и провариться в таком состоянии 3-5 минут. Они готовы? И вот пока они горяченькие, их нужно срочно заправить. Соленая, которая картошка с грибами, заправляем зажаркой, часть которой у нас осталась, помните? А сладкие сливочным маслом, сметаной и какой-нибудь бабушкиной варенькой.